Добрый день! Сегодня мы приготовим биточки из куриного филе. Дачный вариант. Видите, у меня куриное филе. Я его режу вот так поперек. Я не вдоль режу, а вот так поперек режем полосками. Теперь каждый кусочек я буду вот так отбивать молоточком. Потом я попечу, посолю, и видите, у меня чесночок лежит. Оно у меня минут 10 постоит, и потом буду жарить на растительном масле. Мы уже посолили, поперчили. Теперь они у меня в мисочке. Я сейчас еще чеснок потру на мелкую терку и перемажу. И, как я сказала, минут 15 постоят. Пропитаются. Пусть постоят, пока сковорода нагреется, и будем жарить. Я сначала обмакиваю в муке, а потом в яйце и так жарю. Вот такие получились биточки. Видите, у меня они разной формы, разной величины, но зато очень вкусные. Аромат стоит обалденный. Даже осы прилетали сюда на аромат. Так что, думаю, если вы себе приготовите, вам тоже понравится, потому что они очень вкусные. Приятного аппетита! Ходите на мой канал, смотрите мои ролики. Пишите пожелания, замечания, я постараюсь всем ответить. До встречи на моем канале.